При Кубанском районе торжественно открыли год педагога и наставника. Прошло мероприятие в Доме культуры поселка Кавказский. Собрались представители одной из самых важных, гуманных и востребованных профессий человечества, чтобы дать старт году педагога и наставника, объявленного указом президента России Владимира Путина. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Красочно украшенный зал едва вместил всех желающих принять участие в празднике, посвященном педагогам. На мероприятии собрались руководство района, представители парламента и Минобразования республики, депутаты и главы сельских поселений, ветераны педагогического труда и педагоги общего, дополнительного и дошкольного образования. Открыл праздничную программу гимн страны и республики в исполнении школьников поселка Кавказский. Исполняющий обязанности главы администрации Прикубанского района Ахмат Семенов выразил благодарность всем работникам образования, а также педагогическим династиям, стаж которых в общем составляет более 100 лет. Отдельное внимание было уделено молодым специалистам. Всегда надо помнить, что учитель – это человек большим и добрым сердцем, который заражает своим умением и любовью к знаниям. В первую очередь необходимо совершенствовать повсеместно, создать достойные условия труда для всех работников образования и, конечно, повышать статус педагога в обществе. Год педагога-наставника вступил в свои права. В Минобре уверены, что впереди интересные события, которые покажут всю важность людей, чья миссия – просвещать и воспитывать новые поколения. Год педагога и наставника – это признание значимости профессии учителя, его важности для формирования будущих поколений нашей страны. Каждый выдающийся ученый, спортсмен, спасатель, писатель, строитель когда-то сидел за школьной партой, отвечал у доски. Именно с компетентного, опытного наставника всегда начинается путь к большому. Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес наставников, ветеранов педагогического труда, долгие годы работающих в Прикубанском районе. Лючана Старожакова, директор школы в Майском, 30 лет трудится в педагогической деятельности и ни дня не пожалела о выбранной профессии, считает это делом всей жизни. Молодым специалистам я желаю гореть в этой профессии, я желаю энтузиазма, я желаю огромного терпения и, конечно же, любви к детям и любви к профессии, которую выбрали, чтобы эта профессия была один раз и на всю жизнь. А что пожелать своим подопечным ученикам? Ученикам я пожелаю, чтобы они были умными, чтобы они были усердными, чтобы они любили своих педагогов и чтобы знания, которые получили в школе, пригодились им на всю оставшуюся жизнь. Завершилось мероприятие красочным концертом. Альбина Курачинова-Кенжева, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.